Ну вот, коротко и все, на первом поле. К сожалению, поля у меня не чистые, а заняты еще другими культурами. Поэтому получается, ну где-то к краю не подойдешь, мешает культура. Вот, например, здесь растет свекла. Там я пахал снизу вверх. Сейчас вот на этом поле, которое передо мной, я развернусь и буду пахать сверху вниз. Посмотрю, насколько будет разница этой пахоты. Проблема пахоты среди кустов и здесь присутствует. Я не могу прижаться ни влево, ни вправо. Мне приходится оставлять невспаханную полосу. Ну и второе. Вот, несмотря на такой хороший догруз, все равно мне кажется, что вес недостаточный. Попробую, наверное, сейчас все-таки пойти на свой эксперимент и поставить сюда тяжелые железные колеса. Тогда у меня будет суммарный вес 35 плюс 2 колеса 50. Может быть, будет лучше, а может будет хуже. Все зависит, как будет сцепляться с грунтом. Попробуем.